Это видео специально для моей мамы. Мама, я вас люблю. Я вот дачу купил вчера. Мы приехали, это у нас калитка. Здесь щиток отдельный для электричества. Вот, мы заходим. Тут, видимо, чья-то мама мыла рамы, складывала, получается. Это небольшое парковочное место. Тут вот тетя Валя сделала, предыдущая собственница, опалубку уже под пристройку. Вот, сейчас я вам продемонстрирую предбанник. Предбанник под пол. Ха, майор, получается, вот. Вот такая комната. Здесь очень прохладно, кстати. На удивление, что Станислав, вот человек, с которым мы сюда приехали, друг мой, нашел еще вот чердак, и на чердаке у нас с вами вот такая небольшая летняя спальня. Тут тоже вот дрова, доски. Получается, я все снимаю одним кадром, как 19-18 фильм. Вот, поэтому не ругайтесь, не серчайте. Вот, по левую часть у нас получается здесь хмель, который я буду выкорчевывать и убирать, потому что мне не нравится это растение. Вот, по левую руку клубника засажена. Здесь два вида яблонь. Даже вот яблоки еще растут. И вот уже сегодня с моим товарищем, по моей инициативе дурацкой, мы сделали мини-тандыр для сжигания дров. И завтра на нем мы будем мясо жарить. И вот здесь я хочу сделать такой мостик из вот этой плитки. А вот здесь все полностью убрать. То есть, чтобы здесь просто трава была. Трава, вот здесь где сад, просто деревья, яблони и трава. Возможно, какие-то еще хвойные буду сажать, чтобы комаров не было. А по левую сторону мы в этом году засадим только быстрорастущие овощи и клубнику. Вот, дальше если пройти по яблоневому саду, яблоневому, вот, здесь теплица. Ну, понятно, что она уже все ушатанная, поэтому это все будет под снос. И здесь будет не теплица, я потом буду парник делать. Большой, вот отсюда и вот до отсюда. Вот такой большой парник. Но это уже в следующем году, скорее всего. В этом году денег мне точно не будет. Вот. Здесь у нас соседний участок, он без забора. Там, потому что баба Вера живет, женщина. Вот. И сюда собственники давно не приезжали. И поэтому вот, ну, нет забора. И так как еще, видите, тут граница участков. Вот тяжеловато вот это все соблюдать. Вообще, в идеале, я бы вот этот участок соседний тоже бы забрал и лет за 5 отстроил. Здесь смородина растет. И вот где смородина кончается, участок тоже заканчивается, по идее. И вот если мы здесь будем смотреть, смотрите, прямо по территории участка на постоянной основе течет ручей. Так, сейчас паводок, вот, он там, если присмотреться, видите? А с гор стекает вода талая, там наверху пруд небольшой. Она здесь стекает и течет на постоянной основе. То есть здесь много или мало ее. Я вот со Стасом сейчас разговаривал. Вот это все, что здесь, хочется расширить и сделать потом здесь пруд и рыбу завести. Вот. Вон там, например, мы выломали дверь. Все, начинается дикий лес. 15 километров туда, это горы и лес. И все, там больше ничего нет. Вот. И здесь получается вот теплица. Да, вот здесь. Это вот с этой стороны, если посмотреть. И вот здесь хотелось бы поставить баню, ну, либо наоборот. И потом, чтобы с этой бани вот сюда в ручей прыгать, в пруд, поняли? То есть здесь выкопать. И здесь поставить одну границу, фильтр, как бобры, и вон там еще одну границу поставить. Вот, а здесь туалет на улице. Вот, видите, целое испытание, чтобы попасть покакать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Вот, мама, это видео для вас и для YouTube-канала «Будни Милика» и кота Сергея. Всех обнял, целую. И вот последняя панорама. Вот. Дата 12 апреля. Запоминайте, как это все выглядит. Ну, пока что вот весна. Летом, я думаю, все будет по-другому.